Всем привет! Сегодня отсниму видео про нашего ушастика. Зовут его Бармалей. У него вообще очень прикольная история. В конце этого видео будет три окошка перехода на другие видео. Значит, там будет видео называться что-то посылка из Китая, сова из Китая. В общем, короче, приехало к нам несколько ушастиков, птенцов, из города Павлоград, по-моему, вместе с конюком. Значит, вот это вот он один из них. А потом, когда он подрос, у нас его купила девочка по имени Юля. Вот, и уехала вместе с ним в Кирилловку. Там у них было кафе, в котором он сидел на присаде там и заманивал, ну не то чтобы может заманивал, но просто так вот в качестве развлечения люди, которые приходили в это кафе, там с ним очень часто контактировали, фотки, видео делали. И как-то даже интересная ситуация была. Я в одной группе в Вайбере состою, и пришел видеоролик от одного участника, который был в этом кафе, отснял этот ролик. Я сейчас его вставлю. Там такой коротенький ролик, он там сидит, правда, у него там другое имя чуть-чуть. Закрылся сезон, значит, возникла сложное содержание Бармалея в квартире, и Юля позвонила и говорит: так и так, говорит, не хочу его продавать, заберите его обратно. Я говорю: ну конечно, привози. И в общем, он у нас остался жить. Он очень контактный, уже был на одной фотосессии. Вот такой у нас Бармалей красивый. Лопает он сутки двухсуточных цыплят. И все у него хорошо. В общем, какие будут у вас вопросы по ушастым совам? Звоните, пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь на наш канал, активируйте колокольчик. Ну и до связи в прямом эфире. Всем пока!